have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушка. Майнкрафт. Здесь Майнкрафт Данжи. Итак, я сижу, на самом деле загрузился я минут 10 назад. Я сижу сейчас, пока пересматривал вещи, пока смотрел, пока думал. И никак не могу решить, что же мне из этих трех легендарных оружий-то выбрать. Потому что вроде как это хорошее, оно у меня уже прокачано, я не хочу его продавать. Это с очень хорошим уроном, еще и взрывает мобов, и очень хорошее умение. И оно мне нравится. Топор. Ну, то есть и тут самый лучший урон, 90 на 277, тут 87 на 127, и по идее посох должен выдавать урон получше, у него разброс больше, в лучшую сторону. Также поверженные мобы взрываются, и стильное комбо также. Повышенная дистанция ближнего боя, дополнительный урон нежити. Кстати, тут у нас есть такая фишечка. А топор, он вроде как с уроном пониже, чем у посоха, но он поджигает мобов сам по себе. Ему не нужна для этого обилка, как у глефа, например, как у палаша. И движение круговой атаки, и у него тоже хорошие очень добавочки сюда идут. Хотя мощь у него поменьше, области поменьше. В общем, не знаю. Просто пока что не знаю. Давайте пойдем посмотрим. У нас есть еще бледная поганка. Значительно увеличивает скорость атаки и движения. Пусть на всякий случай будет. Я не знаю, пока вместо чего ее поставить. Но если вдруг что... Да, блин, хорош. Я почему-то привык ходить на другую кнопочку. Так, ладно. Значит, мы сейчас с вами идем. Ага. У нас есть секретная миссия. Заблокировано, потому что мы не нашли у нас секретных миссий, в общем-то, раз. А, жуткая крипта, это тоже секретная миссия? Прикиньте, я этого не знал. Получается, что у нас... я почему-то думал, что мшистая пещера, это у нас первая секретная миссия. Теперь я просто присмотрелся к значочкам. Жуткая крипта, это была первая. Мшистая пещера, второе. Вот это вот третье, нижний храм четвертое, и вот это вот пятое. Получается, все пять мы нашли, но посетили мы с вами только три из них, а две у нас остались неоткрытыми. Но опять же, об этом мы с вами уже говорили, я пояснял, почему это так, и почему, скорее всего, мы вот туда не попадем, и если, наверное, попадем, то это я уже сам туда попаду. Обсидиановая вершина. И вы сейчас, наверное, смотрите, вы уже видели название, вы знаете, это последнее задание или не последнее. Я думаю, что это будет последнее. Все идет к этому. Есть еще DLC-шки, но я не уверен, что мы пойдем в DLC-шки. Ну, давайте посмотрим, как у нас пойдет это. А потом уже будем думать. Make haste and fight your way through to the highest tower. The Arch-Illager and his reign of terror ends tonight. Ну, все пока что звучит как последнее задание. Посмотрим. Та битва на прошлой локе, она была довольно эпичной и большой. Знаете, мне хпшки-то не хватает, если что. О, а что я писание сделал? Лама, беги! А, меня тут неплохо так разносят, если что. Ой, тут была свинина, зачем я бутылку-то сожрал, а? Катапульты? Серьезно? Так, мне нужно больше стрел. 100 стрел это не прикольно. Тут есть... Ну, не катапульты, ну, это катапульты, батуты, по сути, такие. Значит, вот каким образом я буду перемещаться. Хорошо, учтем. Значит ли это, что из-за этого тут будет больше секретов? Да, вполне.
Так, о, аж две пачки стрелом не выкинул, хорошо. Это было сейчас неплохо. Вот этих тяжей, наверное, надо чисто стрелами выносить. Вам так не кажется? Хорошо, нам туда. Значит... О, стрелы я тоже заберу. Значит, пойдемте куда нам не туда. Блин, вот эти ребята меня прям разносят очень сильно. Каждая третья стрела у нас вроде как заряженная, да? Надо будет потом посмотреть еще раз, я не помню. Прям такая обстановка напряжная. Но пока что стрелы меня выручают. Оу, неплохо, спасибо. Око бури. Если не прочитать это как око бури, а прочитать это как акабури, то звучит как какое-то японское слово, если честно. О, чувака бомбануло удачно. А я могу туда пройти? Нет, это просто разрушенный мост, да? Хорошо. Блин, столько эпичности, такая музыка прям. А-а-а. Хочется идти и ломать лица, жизни, всякое такое. Пойдемте. Ладно, я не знаю, раз уж я хожу с этой штукой, давайте я ее прокачаю тогда. Огненный урон или волну? Давайте огненный урон. Раз уж я такой нерешительный и не могу понять, какое оружие я буду носить, я пока буду ходить с этим оружием. Потому что, чтобы извлечь из него магию, мне придется его продать. Я не хотел бы продавать такую пушку. Это было бы крайне обидно. Фига себе! Это меня тут разносят. Ты чем стреляешь там вообще? Так, ну здесь же можно пройти. Это же все не просто так. Это вернуться назад? А, вот как оно все. Попрыгушки. Хорошо, годится. Вот эта штука против мобов просто суперски разносит. Арбалет души. О, ты ко мне сам прилетел. Давай, давайте так. Ну, то есть я не вижу повода мне к ним идти прям вот так вот лично в лицо. Ну, а это тоже просто назад, да? Офига ли ты тут забыл? А, ты сюда, я понял, ты сюда прилетел. Они умеют перемещаться. Они умеют перемещаться. Вон кого-то грохнули. Всех костер. Нафиг. Рар. Горите, горите, грешники. Блин, такая запутанная лока. Опять же, вот здесь вот у меня возникают такие какие-то ассоциации с Диабло. Блин! Прикольно, меня прям в них кинули. Ну вот, там были похожие вещи, только с телепортацией. Ребят, кто играл, тот вспомнит. Я про второй Диабло сейчас, если что. Да, это было давно. Черт, надо привыкнуть к тому, что Диабло 2 это уже просто древняя игра. Но все вот эти данжи у меня все равно вызывают ассоциации с Диабло. Ну, потому что Диабло это вроде как про отец.
Воу-воу-воу! О, чувака волной накрыло, хорошо. Я что-то схавал? Да, видимо, да. А если я вот так буду стрелять? А-а-а? Нормально вам? Не надо там никого бафать. Бафальщики фиговые! Блин, он меня и убить-то мог, если чё. Фух. А ламу и прибил. Не надо было туда так прыгать, это было очень опрометчиво. Вот, яблочко, хорошо. Так, ладно, по крайней мере, мы смогли за счет взрыва душ более-менее выкрутиться. Не подходи ко мне. До свидания. Зажгите маяк. Припасы, маяк, маяка 2. Хорошо, понял. Фух, они будут еще появляться, нет? Может и будут, кстати. Я еще второй маяк зажгу и могут еще появиться. Будет доспаун. Или нет, ладно. Вот, припасы-то я заберу, конечно. В общем, предварительно их нужно подстреливать и только потом идти с ними в ближний бой, потому что иначе они... А, этот крутыми стрелами стреляет, я понял. Нужно вот так подстреливать, только потом с ними драться, потому что иначе они очень мощные. Я не знаю, кстати, насколько мне стрелы понадобятся на боссе. Бах! Классно, каждая третья стрела взрывается, то есть стреляешь 3 стрелы, и оно почти его добивает, и потом его еще взрывом доносит, и нормально. Фух, так, нам не сюда? Вроде как не сюда, все хорошо. Это хорошо против толпы, это хорошо против тяжи. Я не знаю, вот эти взрывающиеся стрелы, это прям реально имбища такая. И они еще и дают стрелы, тоже неплохо. Вот этих нельзя к себе подпускать! У-у-у, мантия вызова. Это сундучелло. Клеймора. У-у-у. Блин, жалко, она хуже уровнем, чем то, что мне надо. Мантия вызова. Время перезарядки артефактов гораздо меньше. Аура скорости перемещения плюс 15. Блин, хорошая вещь. Но меня тогда вообще будут разбирать на части, потому что моя бронька мне сейчас дает... 35% защиты. А вот эта вот квадратненькая штучка под нами, это аура защиты для моих пэтов. Ну, для моих спутников. Кстати, я вот что думал, на что ее можно поменять. Ее можно поменять на вот эту вот штуку. Мрачные доспехи. Очень прикольная тема. Да и вот это, кстати, тоже хорошо. Шанс избежать попадания. Просто тут поглощение урона 35%. И здесь поглощение урона 35%. Фишка в том, что у меня здесь очень хорошие бафы. И я не знаю, тут, вот тут, например, поглощения урона нет вообще никакого. Оно дает больше здоровья. Но они типа пугают. Ну я не знаю, у нас тут есть сюрприз, конечно. Но не будет огненной ауры, а огненная аура мне нравится. Ну, в общем, я не знаю, что мне из этого всего выбрать. Блин, эта эпичность музыки просто зашкаливает. Тут такое сражение. А, ну вот, я не знаю. В общем, все, что у меня есть, оно вроде как теоретически лучше, но практически я не уверен, что я найду этому применение. Поэтому я до сих пор хожу в этом и не меняю. Потому что, ну не знаю, я вроде для себя нашел неплохую комбу. Вот, здесь, к тому же, меня довольно сильно разносят. И... О, здравствуйте. Thank you.
Я валю, валю, валю отсюда. Я понял тебя, я понял, я понял. Все, до свидания. Фух. Вот для этого и надо копить души, если что. Тяжелый арбалет, неплохо. А, да, кстати, насчет арбалетов. Ха-ха, я же не посмотрел. Арбалет души. Души, не души. Урон 80. Урон 58. Урон 154. Гляньте, мощь максимальная. Это реальная угроза с дальней дистанции. Верю, верю. Но, не знаю, меня сейчас просто очень сильно устраивает мой лук, поэтому, опять же, я, наверное, пока не буду с этим ничего делать. Надо срочно подсобирать душ. Если мне встретятся еще вот такие вот големы. В смысле, если они... Бей! Блин, они встретятся. Они здесь обычные мобы, если что. Может, ты не будешь ко мне подходить, чувак? У меня для тебя супер предложение есть. Не подходи ко мне. Свали, 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 свали! Хорошо, хоть он останавливается вот эту свою фигню поделать. Клеймора, которая лучше. М-м-м. 105 на 187. Мощь огромнейшая. И у нее точно такие же... Ну, не точно такие же. Есть волна. Есть паралич. А-а-а. Целеустремленность. Больше изумрудов спавших. Ну, это такое себе. Повышенный урон наносимого раненым врагам. Опа! Вот это вот тема, кстати. Чем больше рубишь, тем больше... Да-да-да. 105 на 187. Блин, хорошая оружка. Очень хорошая оружка. Да иди ж ты, выжишь! А, он из-за него пройти не может! Ох, трусы в горох. Не надо меня бить. А-а-а! Ладно, одного грохнули. Сейчас надо второго подстрелить. Но с ними только луком бороться, потому что... Блин, он меня сейчас убьет нафиг. Взорвись. Ух. Блин, напряжно. Я такой, если я встречусь еще с такими... В смысле, если... В этой стороне они вообще простые мобы. Ой, арбалеты, арбалеты. Не, ну хорошие вещи выпадают, я не спорю, просто медленные. Ну, я в таких играх, когда у меня есть предпочтение быстрого лука или тяжелого арбалета, я, наверное, все-таки буду предпочитать тяжелый арбалет. Ой, тяжелый, легкий лук. Ладно. Поехали дальше. Нет! Да я на них все свои стрелы посливаю. Вы что, офигели там, что ли? Ага, меняться с ним ударами сейчас, блин. Если их будет еще... Я в заднице. У меня нету стрел. Хочу ли я туда идти? Ну, блин, там уже конец карты. Хочу, наверное. Вот я только что убил. Сколько их штук? 6, 5. Для чего? Что здесь? Сундук. В сундуке джемы и арбалет. Сказать черт? Ничего не сказать. Ладно. То есть мы просто только что завалили 5 големов, потратили все наши стрелы. Круто, круто, ничего не скажешь.
преследуйте. Блин, у меня. Если. У меня нету душ, у меня нету стрел, у меня нечем их убивать. Мне вообще. Мне сейчас только рукопашкой драться, все. Чуваку просто по морде зарядили. Он застрял. Может, его лама убьет? Ну, чисто теоретически она его убивает. Знаете что, ребят? Сейчас, подождите минуточку. Короче, да, я сделал это. Я дал ламе заплевать голема. Ну, то есть, что мне еще остается делать? У меня 38 стрел. Он забагался. Я просто дал ламе заплевать голема. Ну, как-то так, да. Надо почаще использовать хилочки, потому что мне будут тогда выпадать всякие бонусы. Мне нужно каким-то образом накопить стрелы. Поэтому каждый раз, когда мне будет возможность использовать хилочку, я это буду делать теоретически в тактическом предназначении, не просто так, но все же. Блин, голем залагал. И его просто заплевала лама. Нет, да, я понимаю, что это богоюзерство. Окей, я это осознаю, но... Ребят, мне нечем с ними сражаться, они слишком крутые. Вот как, например, сейчас. Смотрите, смотрите, что происходит. Так. Хилочку сожрали. Зельку получили. Но я не контролирую, что мне выпадает. Зелька, не зелька, поэтому это рандом. Не надо тут никого бафать, блин. Чувак, они и так... О! Два ящика динамита. Куда мне девать два ящика динамита? Ну ладно, я туда схожу-то, кстати. Он сразу два кинул! Я не знал, как это работает. Я ни разу еще не подбирал два ящика динамита. Окей. Пойдем дальше. У нас там, кстати, мне показалось, или у нас... О, стрелы. Отлично. Уголок недоисследованный. Я бы сюда зашел, потому что тут ребята, которые мучат, их надо чуть-чуть успокоить. Все, лама такая носится. На последних жизнях, блин, ламу-то исцелить не могу никак. То есть мне нужен или исцеляющий тотем, или еще что-то. А за счет чего у меня сейчас скорость появилась, не подскажете? Прикольно, волной разошлось. Блин, волна это тема, надо будет по возможности... Может быть, ее еще дальше качну. У меня была такая возможность, просто я огонь увеличил. О, еще стрелы. Ну, то есть, если я себе вот так вот хилками сейчас стрелы не набью, мне кажется, мне потом будет задница просто. Нам туда. Значит, давайте сюда сходим сначала. Души мы потихонечку поднабираем. А как туда пройти? Это секретка. Ага. Должно быть что-то, что это открывает. Ну, то есть, видите, там же комната есть. Какая-то тайная кнопочка. Я бы с удовольствием нашел, на самом деле. Давайте походим, поищем. Может, найдем тут где-то. Тут такие эти коридоры забитые, забытые. Блин, ну мы уходим из района, да, я так понимаю? Я бы все-таки поискал бы, мне интересно... А, вот. Нет, не вот, ну вот же. Это факел просто, мне показалось, что это рычаг.
Что это может быть? Это вот этот факел? Факелы просто реально как рычаги выглядят. Или же... Ай, черт. Ну, то есть на карте эта территория отображается? Я уверен, что оно там в самом деле есть, это секретка, ладно. Блин, дайте мне больше стрел, 166 как-то не солидно. Ребят, если вы знаете, как эта секретка открывается, просто расскажите мне, как вы понимаете, что возвращаться я вряд ли сюда буду. А нам туда дальше, да? Просто расскажите для интереса. Я бы хотел бы узнать, что я упустил и всякое такое. Ну, то есть, это, мне просто любопытство мучает. Так, мы обратно на этих, на башне. Вот серьезно, вот эти вещи, как хождение по каменным парапетам, все, это вот как я Диабло 3, не знаю, вот тут очень много у меня будет сравнений с третьим Диабло. Неплохо долбануло. Потому что тут реально много сравнений с третьим Диабло. Надеюсь, вас не заколупало то, что я постоянно это говорю, но это так. Кстати, 298 стрел. Вдруг, только что было 160 чем-то. Мы где-то то ли подобрали, то ли хорошо нас так отоварили. Так, привет, чувак. Сгори, пожалуйста. Прошу тебя. Нам туда. Значит, предварительно давайте сходим назад. Раз это у нас последняя лока, я так полагаю, что она будет длинной, большой, запутанной и выматывающей. А, вот так я не могу. А, это вот тут я зашел, и вот эту часть я обошел. Все, я понял теперь. Мы просто прошли под... Ну, по залам, а не по верху. Теперь мы идем по верху, все хорошо. Вот эта большая территория... Очень сильно напоминает босс-файт, я хотел сказать. Да не надо меня бить-то, блин. Ну что ты за человек-то такой? На тебя огромным уроном. Вот сколько стрел я в него сейчас потрачу, давайте посмотрим. Бах. Зелье ускорения. Давайте ламу сюда. Он тут не один, скорее всего, да? Ну, стрел в него уходит прилично так. Блин, зачем я стреляю-то? Надо стрелы экономить. Тут трамплин. А что туда? О, еще стрелы. Отлично. Стрел много не бывает. Не, ну вот таким образом они неплохо убиваются, кстати. Просто заспамить. Блин, зря выкинул динамит. Больно, 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 отходим. Блин, нет, моя лама. Смотрите, сколько стрел они у меня выжирают. Это же просто чудовищно. Каждая такая тварь выжирает у меня тонну стрел. Я не могу отказаться от похода в бонусные локации. Черт тебя. Вот в этот момент его можно просто бить. Да-да-да, нормально. Вот тут можно экономить стрелы. В этот момент, когда он начинает делать вот эту фигню. Нет! Блин! Он меня прям на свою ловушку закинул. Да чтоб тебя! И сдох! Да, при этом? Тварь. Просто как такие люди еще называются? Твари. Ай. Я хотел его дожать. Тут ничего нет, ничего, ладно.
Ну там точно будет еще один или два. У меня опять сколько? 150 стрел осталось. Ну красота. Ух. Нервненько, нервненько. Сколько вас тут еще будет? Все? Вроде все. Все это у нас за сундук и за денежку. Денежки 3 штуки. Спасибо, оценил. Просто от души. Сундук. Мантия и нормальные денежки. Окей, хорошо. Дайте мне стрелы. Спасибо. Не, я не против зелек, я не против подарок, но мне нужны стрелы. Мне их катастрофически не хватает. Ладно. Почему я раньше не доперло... О, вот стрелы, кстати, просто валяются. Спасибо. Почему до меня раньше не доперло, что пока он кастует магию, к нему можно просто подойти и надавать ему по щам? Это же логично, блин. Аж обидно стало. Уровень! Я забыл, что я могу уровни получать. Их так давно не было. Есть. Ну это обратно, да? Да, хорошо. Знаете, было бы круто, если бы вот на этом моменте за... Давайте все по одному. Если бы в этот момент уже за уровень давали по 2 очка навыка, потому что, ну, прокачивать вещи довольно тяжело становится. Некоторые вон такие, как волна, они стоят по... Ох ты ж, разойдись. Стоят по 2 очка навыка с первого же шага, то есть это тяжелее. Не надо на меня замахиваться. Так, ну вы ко мне прыгать будете или где? Я чувака в воздухе остановил. На, лети отсюда. Вот это было сейчас красиво. Я думал, что он упадет, но нет, он... Бах! Вот как ты там не сдох сейчас? Где ты там стоишь? На каком... Блин, было бы круто, если бы можно было больше использовать environment, окружение. То, что они летят на батутах к тебе, это круто, конечно, мне это нравится. Но если бы их можно было вытолкать, там, не знаю, за перила, чтобы они улетели, там, или что-нибудь еще, разбить какой-нибудь светильник, чтобы он на них упал, или чтобы они сгорели, ну, вот такие вот вещи. Нифига вы ламу трогаете, что она вам сделала? Блин. Так, ну ладно. А туда я могу сходить? Выглядит так, как будто могу. А зачем? Спасибо. По идее, там должен был быть, наверное, какой-то бонус, но его нет. Ладно, 200 стрел. Я совсем не уверен в том, что это этого мне хватит. Но с другой стороны, что поделать? Сундучок не появится никакой. Тут есть, короче, такой прикол, когда ты видишь пустое какое-то место, но подходишь к нему, и там спавнится сундук. Такое уже было. Поэтому я теперь предпочитаю подойти и лично пощупать какое-нибудь там место, пространство. Так, ладно. Мы с вами потихонечку подбираемся, наверное, к финальной фазе. То, каким образом камера отдалилась. Хотя, с другой стороны, она отдалилась, наверное, потому что мне нужно сейчас будет... Черт. Я понял, да-да-да. Да, я понял. Ахаха, смешно-смешно, я оценил. Может, не надо? Жри! Такой, ау, 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 ау.
Стоп. Все, что ли? Нет, я понял. Это ни разу не все. Это нифига не все. Просто убил нафиг. Ха-ха-ха-ха. Смешно, да. Ты где? Нет! Темная форма. Вот это я его сейчас неплохо зарядил. Да... У меня не было прыжка, вы что делаете? Ну все, мне хана, кстати. И тут нету... У меня не успеет зелька откатиться. Ну все, до свидания. Пошли. А, у меня еще одна жизнь есть. А только мне с этой одной жизни. Так, стоп. Где у нас там был откат-переворот на 100% лучше? Здесь? Шанс избежать? Да-да-да, перезарядка игрока занимает 100%... На 100% дольше, блин, почему? Ладно, я вас понял. Легкое перо позволяет вам пасть сверху, оглушая, раскидывая врагов на своем пути. Я вас понял. Так, значит, мне нужно вот это вот вместо взрыва. Тессеракт, я не знаю, поможет мне еще не поможет. Эта штука стоит, душ не стоит, не знаю. У меня что по душам вообще осталось? Ну, так себе. Три. Зачем мне здесь лама? Не знаю, зачем мне здесь лама. Может, тотем хилку поставить? Лама-то мне здесь не особо поможет, ее слишком быстро убивают. Давайте я тотем хилку поставлю. Пусть он откатится. О, я в заднице. Если что, в полнейшей, в такой, в конкретнейшей. Черт. Что мне делать? Он меня убьет. Тут без шансов. Все, просто моментально, офигеть! Возвращение в лагерь. Крутяк, крутяк, ребят. Давайте тогда таким образом, смотрите. Я сейчас туда дойду, и мы с вами еще раз попробуем. Только я дойду аккуратнее и постараюсь дофигелярд всего не тратить. И, блин, не знаю, как все получится. Давайте встретимся на месте. Ну что ж, ребят, мы снова здесь. Хорошая новость в том, что я дошел сюда относительно быстро. Плохая новость в том, что меня все равно умудрились разочек грохнуть при прохождении. Это печаль. Это просто фиалка, братан. Ладно. Сейчас мы его лазером. Или, может, не лазером. Я не знаю, стоит ли мне... Ты фигов читер своих лучников сюда. Нет! Я здесь подожду, пока у меня хилка отрегинится. Погоди. Блин, значит, можно просто упасть и меня выкинет сюда. Значит, если меня будут убивать, я, по идее, могу просто упасть отсюда. Давайте я пока подлечусь таким образом. Сейчас хилочка отрегинится. Да-да-да. Блин, а вот это, кстати, это читерство или нет? Тотем хилки, я не уверен, что это такая... Нет, но он меня может выручить, когда мне будет вообще плохо все с хилкой, да, получается? Темная форма. Так, окей, окей, я вас понял, я вас понял. Давайте сейчас тессерактом его, да? Ну, да. Я в него зарядил на пол жизни просто сразу и сам сдох от этого. Это печально. Сдохни, тварь! Ш.
шокирующий порошок и арбалет дикой души. Души, не души. Он стреляет у нас душами, урон, сбор душ плюс 2 и сами используют. Ладно, короче, мы посмотрим. Вот этот раскляксал тут всякое. Фух. Ого, это ты уползти от нас пытаешься. Пришлось, получается, просто пару раз его зажать тессерактом. The enemy of the villagers was defeated. Навсегда ли? Кто мы? Great heroes saved the day and vanquished evil. Ха. Это, кстати, неплохо, хорошая концовка. Ну, не знаю, мне нравится. Until it wasn't. Да. Минуточку, а кто у нас тогда остался? Некроманты мы убили. Сейчас. А, посох соберет себя обратно, да? Получается, посох им управлял. Это, да, такое неплохо. Возможно, там в DLC-шках что-то есть, но я пока не уверен, что я буду трогать DLC-шки. Пока мне, в принципе, все нравится. Игра в таком виде, как она есть, она лаконичная, завершенная, все нормально. Давайте вот этот сундучок откроем и, наверное, легкая удочка, прикольно. Я удочкой, кстати, ни разу не воспользовался. Новый уровень сложности приключения. Во, это тоже интересно. Хорошо. Но давайте тогда пока что на этом будем заканчивать. Я думаю, что это финальная серия. И даже если мы будем снимать DLC, то это будет сделано с некоторым перерывом. Пока что мы на этом игру заканчиваем. Это финальная серия, это был финальный босс. Он сумел нам поднадавать, мы тоже ему поднадали. Так что все хорошо, все нормально. Все, ребятушки, на этом все. Увидимся в других проектах, в других игрушках, в других бесконечных игровых мирах. Вот. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами во время этого прохождения, и за то, что вы в принципе с нами, так что все круто, все классно. Увидимся, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.